Всем привет, друзья и гости моего канала. Сегодня 14 января, вторник, второй рабочий день после новогодних каникул, после всех праздников. И я решил проехать по городу, а именно по Куйбышевскому району, оценить загруженность дорог после открытия Фрунзенского моста. И знаете, я не поверил своим глазам. Еду как будто выходной день. Хотя, конечно, сказывается, что на дорогах нет снега, но все же решил проехать в вечернее время и посмотреть, как обстоят дела вечером. И вот что мы видим. Вот Южный мост из города. Получается 17.05 часов, 6 час, 11 минут 6. Сейчас проедем по Фрунзенскому мосту. Посмотрим, что у нас там, час пик. Южный свободен. Вот. Все здесь свободно. Вот пошел я. Улица Фрунзе написано. Указатели есть. Один-два раза проехать. Будет здорово. Вот блин. Смотрите, вот сколько машин в город идет. Вот я сейчас еду в город. Вон из города машина. Конечно, они не стоят, все едут. Отлично едут. Вот вам Фрунзенский мост в час пик. По крайней мере, в вечернее время, вот время 17.34. Вообще машин нет. Ни в ту сторону, ни в другую. Да, здорово. Очень хорошо. Вторник, рабочий день. Вот загруженность моста. Все, улица Фрунзе. Улица Фрунзе. Ну все, друзья, я отключаюсь. Все прекрасно вы видели. Никаких пробок. Красиво ночью светится. Железнодорожный вокзал. Раньше на этой площади елку ставили, сейчас сделали стоянку.